А ми повертаємось до нашого прямого ефіру програми «Вечір, вечірні Чернігів». У нас вже з'явилися наступні класні, яскраві гості. Дімочка, будь ласка, представ, хто ж з'явився у нас? Почнемо трошечки навіть інакше. Потримаємо ще інтригу. Почнемо з того, хочеш, що життя страхувати, в принципі, треба завжди. Це актуально. А от перед святами, особливо так, як нам тільки-но про піротехніку розказували, це взагалі прямо дуже сильно актуально. І от про всі ці особливості нам розкаже директор 7-го рівня компанії Starlife Алла Дагіль та директор 6-го рівня цієї ж компанії Ігор Дагіль. Раді вас бачити. Добрий вечір. Доброго вечора. І одразу, власне, до діла, більш детально про поняття взагалі страхування, про поліси, їх варіанти і так далі. А потім далі розберемось. Хто почне? Я, не надам предпочтення супругу. Почне чоловік. Спускає вниз. Ігоре, розкажіть, будь ласка, взагалі, чи важливо страхувати своє життя? І наскільки це перспективно, а наскільки потім це там відіб'ється, скажімо так. Тобто ти вносиш певні ж кошти, напевно, для того, щоб страхувати своє життя. Наскільки це важливо, це должен понять кожен чоловік собі в Україні. Тобто, в принципі, почати себе основою, тобто, в своїй відповідальності. Відповідальність за свою життя, за своє будущее, за будущее своєго окруження. Якщо чоловік відповідальний, він завжди буде розуміти, що потрібно завжди мати план Б по житті, захищати свою сім'ю і дивитися чуть-чуть далі, ніж на день вперед. А хоча б на 10, 15, 20 лет вперед. И такой человек, соответственно, конечно же, будет просчитывать все варианты и перестраховывать себя с разных точек зрения, с финансовой точки зрения, с медицинской, чтобы не попасть в халепу, как говорят в нашем украинском селе, если вдруг какие-то форс-мажоры происходят. Поэтому, насколько так серьезно актуально, принимает каждый сам человек за себя. Ви, наскільки я розумію, не одразу стали директорами там 6-го і 7-го рівня. Ви також якось прийшли до цього поняття страхування. Більш детально, чому і яким чином? Таким образом, наверное, вернемся в 2014 год. Я тогда первый раз услышала о накопительном страховании жизни. В принципе, как юрист по образованию, я понимала, что это такое и зачем это. Я даже понимала, что мне нужна такая программа, потому что тогда я уже 7 лет занималась бизнесом, и, в принципе, был не решен вопрос с твоим пенсионным будущим. И тогда я стала клиентом компании для того, чтобы себе сохранить какую-то часть одной суммы денег от дохода и, в принципе, ее приумножать на длительной основе. Супруг, наверное, тогда, супругу я тогда не рассказывала, наверное, сама как бы не разобралась в этом, да, потому что, наверное, человек должен компетентен быть, да, в этом вопросе, все-таки страхование жизни – это очень серьезные вещи, и тогда мне не удалось ему это рассказать, и уже где-то около 2 лет вперед, 16-й год, нам снова рассказывают о накопительном страховом полисе, снова говорят о том, что это важно. Это были тогда руководители с Киева. Ну и так вот перед вами 2 клиента. Так, це була ваша історія, тепер, можливо, та сама історія, але вже від чоловіка. Ну, я в своє время теж, я не понимал, зачем нужно самому себе заботиться, когда о тебе заботится государство, тем более пребывая на госслужбе. Вот, для меня, как и для большинства людей, понятие, что самому надо обеспечивать себя, как-то было размыто в моем понимании. Но, посмотрев на опыт людей с ближней Европы, с цивилизованных стран, я, разобравшись в этом вопросе, я понял, что и на примере жены, конечно же, что нужно не перекладывать ответственность на кого-то, а брать ответственность за себя. И надо смотреть чуть дальше. Понимал, что выйдя на пенсию, то есть это не те финансы будут, которые могут обеспечить меня и мою семью. То есть и нужно было что-то решать дальше и смотреть дальше. Мы для себя рассмотрели, то есть перспективу заниматься этим серьезно в этом направлении, потому что это очень перспективное направление в Украине, потому что всего лишь 2%, если брать в общем, людей имеют такие накопительные программы. Рынок пустой, но продукт актуален, потому что альтернатив на сегодняшний день не так уже много, чтобы обеспечить себя, свою семью. То есть, и поэтому, если перенимать опыт, иногда, знаете, не обязательно что-то самому выдумывать. Можно просмотреть на те страны, на те государства, в которых это неплохо получается. Посмотреть на тех пенсионеров, довольных, там, улыбающихся, путешествующих. И просто делать те же самые шаги, начинать с себя. Вот. И поэтому, у нас, где да. пенсионеры рахуют копейки, чтобы заплатить або за коммунальные услуги, або что-то купить и придбать в магазине. Угадайте, кто был моим первым клиентом? Чоловік. А, власне, тому ви директор 7-го рівня, а він 6-го. Логічно. Поняла. Накопичувальна система пенсійного забезпечення, яка вона?
Накопление. Если говорить конкретно о накоплении, да, то есть, скорее всего, простым языком это закон денег, да. Научись откладывать со своего дохода ежемесячного, угу. или берешь доход в год, просто 10%. Если человек научится это делать, это будет говорить о том, что он сможет создавать себе резервы. Ну и как итог, это получится хорошее накопление, которое ежегодно работает под хорошую процентную годовую ставку. Ну, сегодня я не буду говорить, где гарантии, да, гарантии есть. Ну, раз мы клиенты сами, и раз мы ведем, как говорится, в перспективу город Чернигов, угу. потому что важно все-таки со своего родного города начинать, да, для того, чтобы люди все больше и больше становились богаче. Вот мы именно обучаем, чтобы вот эти вот накопления не увеличивались многократно. Но привычка это со своего дохода выводить 10%. Вот тогда будет угу. накопительная система у нас. Тобто про гарантії це ви зачепили той момент. Я, наприклад, знаю навіть людей і тих, які користуються вашими, так би мовити, послугами, які ні. Говорять про те, що ну люди, особливо ті, хто постарше, це пострадянський період, держава може змінитися, може бути щось, не дай Боже, звісно. Але, тобто, немає стабільності. Тобто, чому це працює там в Австрії чи в Німеччині, а у нас якось людям страшно. Ми ж розуміємо, що компанія сама по собі не в Чернігові зародилася. Да. Вот именно поэтому, если человеку страшно, то нужно просто разобраться, как это работает. Угу. То есть, если человек боится, то он боится тех шагов, которые он никогда не делал. Но если взять ту же самую, то есть красивые слова, есть факты. Для меня, например, фактом гарантии было то, что это существует в мире больше 300 лет. И за 300 лет ни одна именно частная государственная, не государственная, а именно частная международная компания или корпорация не стала банкротом и не бросила своих клиентов на произволящее. То есть это основной факт гарантии для меня, как для клиента было в начале. Угу. Вот. А люди многие не понимают. Люди думают, что если пришло в государство, то значит в нашем государстве ничего не может быть стабильно там и гарантировано. На самом деле на такие компании не влияет ни политика государства, ну, по крайней мере, в том объеме, который люди представляют, не может повлиять на международную корпорацию. Плюс есть перестраховщики, то есть это те компании или перестраховочные общества, которые финансово несут ответственность за деятельность компании даже на территории Украины. Давайте вот. Розберемо взагалі, що дає цей накопичувальний поліс, так би мовити, людині. От я захотіла, його придбала, наприклад. І далі, що він мені може дати і гарантувати? Ну, для начала мы у клиента спрашиваем, о чем он мечтает, какие у него мечты, да. А почему мечты? Потому что мечты стоят денег. Согласны? Мрію там про великий будинок, машину, там ще да. що-небудь, гарні прикраси. Да, возможно, подорожувати, да, путешествовать. Uh-huh. На самом деле, если ну, клиент понимает, что мечта стоит денег, то нужны деньги, нужно где-то их вообще достать. Как правило, в домашних условиях у нас редко, ну как редко, мы собираем на какой-то цель, мы ее осуществили и пошли дальше. Если мы говорим все-таки о пенсионном возрасте, да, если человек действительно хотел бы купить там маленький какой-то уютный домик на берегу океана или моря, или где-то в лесу, допустим, это стоит денег. Ты ему просто задаешь вопрос, каким образом ты видишь перспективе, как это сделать. Ну, и называют свои варианты. И ты говоришь, что у меня тоже есть финансовый институт, который поможет осуществить тебе мечту. Таким образом, накопительный страховой полис, он имеет два продукта. Первый продукт – это накопление. Мы об этом уже поговорили, да? Это накопить себе на какую-то цель, на какую-то мечту. Второй продукт – это немаловажный, это архиважный, это медицина. Понимаете, защита, да? Защита по медицине. Да, это защита по медицине. Это та вот финансовая, как говорится, опора, если случаются какие-то форс-мажоры или какие-то, запитати, да, какие-то несчастные случаи. Ты опиняешься в лікарні, у тебе там сувора якась операція, терміново потрібні кошти, наприклад. Тобто я можу їх отримати. Да. Да, но есть стандартные программы, и в каждую уже стандартную программу входит какая-то часть денег, там 25-30% из общей суммы, которую клиент готов выделить себе
в год идет именно на защиту по форс-мажорам, то есть летальным исходам, там, не дай бог, несчастным случаям, и по медицинским каким-то вмешательствам, если таковые будут нужны во время периода времени. Все-таки мы говорим не о месяце-двух, мы говорим о 10, 15, 20 лет. То есть если вспомнить каждый человек свою жизнь, бывали, случались случаи, которые не всегда мы готовы были финансово, то есть обеспечить. Вот такие программы позволяют умело и смело смотреть в будущее и не думать особо, если вдруг что-то случится, человек боится. В таких случаях и наличие такой программы, в принципе, позволяет человеку уверенно смотреть в будущее и спокойнее относиться к жизни, и идти к своим целям, мечтам, имея такую накопительную программу и еще и хорошую медицинскую защиту. От якщо, власне, ми говоримо про медицину, знову таки, я буду сьогодні більш так по стереотипам. Наші люди бояться, знаєте, оцієї бюрократичної процесії. Тобто треба йти кудись там в Совбез, іще кудись. Треба зібрати купу документів, щоб потім тобі щось виплатили. Не факт, що це виплатиться. Наскільки це легко, ця вся рутина, власне, паперова у вашій компанії? Это легко у нас. Я, ну, за это в ответе в первую очередь, потому что когда клиент становится нашим клиентом, то есть клиентом компании MetLife, к нему уже прикреплен даже на многие года, это финансовый консультант. Это даже, я не побоюсь сказать, это как семейный врач, да, который действительно лечит ту или иную проблему, ту или иную ситуацию, которая происходит с человеком. И когда мы об этом говорим клиентам, что если, не дай бог, случается какой-то, ну, любой форс-мажор, да, там у вас, ну, конкретно у вас, потому что это наш клиент, да, вы всегда звоните своему финансовому консультанту, и, по сути говоря, это моя работа на сегодняшний день. То есть я обслуживаю этого клиента, я звоню на горячую линию, клиент тоже сам имеет право позвонить на горячую линию, зафиксировать страховое событие, и клиенту достаточно просто медицинской справки с диагнозом, то, что произошло. Притом с любого медицинского учреждения, да. То ли тобто частного, то ли государственного. Тобто тебе никуда не потрібно бігти, ти відразу можеш звернутися за телефоном, и ви вирішите це питання. Да. 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 И фактически клиент, когда приносит уже справку на руки, мы ведем клиента от страхового события до конечной выплаты. Поэтому, ну, наши клиенты довольны, очень много каждый день получаем рекомендаций, и когда ты приходишь в семью, тебя уже, ну, как открыто ждут, и оформляются, как правило, это 3-4 программы в семье. Доверие есть. У вас еще есть дитячі программы, про их особливості розкажіть трошки. Да. Детские программы – это такая вот, ну, для меня это особенность, это такая вот ценность. Почему? Потому что когда в семье у нас родился маленький ребенок… Уже застрахован. Конечно, да. С первой недели. Он с первой недели у нас был, да, под защитой. Мы как родители понимали… А кто оформлял? Вот мне интересно, вы чи чоловік? Папа. Первую папа оформил, вторую мама. А, я забыл. У ребенка две программы. У ребенка две программы, да. То есть для меня это действительно особенный продукт. Я его продаю даже, наверное, знаете, как ну, через свои ощущения, как мама, да. Почему? Потому что на сегодняшний день, ну, наши дети, да, это самая большая ценность. И мы все родители готовы практически отдать вообще все-все-все, там, ну, все, что у нас за есть. За свою дитину все, что за угодно. Да, и когда ты понимаешь, что вот этот вот маленький человечек, да, он дороже всех, он действительно должен быть защищен. То есть полис – это защита. И никакая там, не знаю, возможно, ну, критерий финансов, который у тебя есть, он не защитит ребенка так, как накопительный страховой полис. Потому что, да, к сожалению, бывают такие ситуации, когда происходят форс-мажоры. Это такие форс-мажоры, как онкология, это такие ситуации, как сахарный диабет, как менингит, да, вот, ну, ряд критических заболеваний. Мы видим в соцсетях очень много деток, к сожалению, требуют вот этой вот финансовой, ну, поддержки. И, по сути говоря, болезни можно полечить. Главное, чтобы были вовремя деньги, да, и правильное лечение. Вот полис дает гаранты хорошей суммы, хорошего покрытия по данным заболеваниям. Если уже говорить о таких вот, ну, мелких, да, ситуациях, которые происходят, я думаю, если спросить у каждой мамы, была ли у вас госпитализация, мама скажет «была».
У кого-то ангина, у кого-то там горлышко, бронхит, какие-то другие ситуации. И вот есть ряд таких вот защит у ребенка, это как госпитализация, хирургическое вмешательство, даже вот ну, какие-то там стоматологические моменты, плюс ожоги, переломы, ну, разный спектр. То есть клиент может выбрать тот пакет, который он бы себе, ну, своему ребенку хотел. Ну, то есть это первое. Ты сам формуешь, в принципе, что тебе необходимо. Да, через конструктор, или ты покупаешь стандартный пакет. Это первый момент. А второй момент то, что в 17 лет, в 20 лет у каждого родителя становится такой вот вопрос, где учить, за какие деньги и куда бы ребенок хотел. Да? Вот я, наверное, скажу так, что мечту ребенка нужно все-таки лелеять. Да? И в свое время, когда ребенок все-таки скажет, что мама и папа, я хотел бы учиться вот в этом вузе, да, и у меня для этого есть знания. Мама, папа легко, получая деньги от накопительного страхового полиса, может дать образование хорошее ребенку. Или купить ту же квартиру, или дом, или машину. Почему европейские студенты уже в 16, 17, 18 лет ездят и гоняют на классных тачках, да, классно одеты, они самостоятельные, потому что есть деньги, да, которые родители еще там с годика, с двух создали вот такой вот капитал. Поэтому особенностью детских программ – это реально забота о детях. И я родителю всегда говорю, что ну, покажите, как вы заботитесь о детях, потому что покупая, ну, мы знаем цену сейчас игрушек, да, в магазинах, покупая какую-либо игрушку, это не заменит... Ну, чем накопительний страховий поліс. Мені так, іноді здається, що люди, які ставлять цінники на ці м'які там іграшки, кажуть, господи, звідки вони взагалі? У нас в Україні немає таких зарплат, як там якась недолуга іграшка, да, там коштує 4 тисячі гривень. Але ж ти за все життя дитини не накопиш іграшок, які можна буде потім продати і купити квартиру чи забезпечити. Мені цікаво про захист жіночого здоров'я, власне кажучи. Я так розумію, що це при вагітності, якщо якісь там, не дай Боже, піде щось не так, ви можете, в принципі, також компенсувати. Да, когда передо мною сидить женщина, женский пол, да, я говорю о важности... Так, ми це говоримо підемо, мабуть, в цей момент. Зараз мало поговорити самі. Про важливість мені розказати. Ми самі поговоримо. Я по мінполі сразу. Да, когда... Или мужчина, как супруг, у которого есть... Дома женщина. Угу. Да. Швидко ви так поміняли. Я думаю, відпочити тут поки. Да. Тут я і говорю о том, що важно защитить свої, ну, как это ни странно бы звучало, свои женские органы. То есть это нормально на сегодняшний день, да? То есть есть, ну, женщина тем, как бы она и уникальна, то, что она, ну, действительно отличается от мужчины. И есть такая программа, которая называется «Защита женского здоровья от онкологии». Да? Только уже потом я поговорю о пакете по беременности, потому что это важно, да. Ну, на это влияет экология, на это влияют какие-то, возможно, там стрессовые ситуации, на это влияет образ жизни, то есть много факторов. И ни одна сейчас из нас не может сказать точно, что нет, у меня типа этого не будет. То есть все-таки, ну, есть такая вероятность. И взагалі життя не передбачено, да. Ти не знаєш, що будеш, буде завтра з тобою, тому... Да, завтра буде субота. Завтра буде субота. Капітан очевидность. І така програма дійсно дає хороше, достойне покриття. Це покриття від 100 тисяч гривень при діагностуванні рака женських органів для кожної жінки. Ну, я вважаю, що у кожної жінки эта программа тоже обязана быть. Это такая вот в то же время интимная вещь, да, но в то же время очень хорошая, сильная защита стоит за спиной. И если, не дай Боже, там какая-то вот просто или клеточка, или просто вот поход к гинекологу, когда тебе скажут какой-то диагноз, ты точно будешь знать, что вот там вот стоит у тебя финансовая защита. Не надо там продавать машину, квартиру или еще что-то. Вот там стоят вот деньги, которые ты можешь оперативно это все лечить. Вторая уникальность женского здоровья – это пакет по беременности. Она недавно, два года, да. Буквально 17-го года,
эта программа. Это каждой девушке детородного возраста. А детородный возраст у нас сейчас до 44 лет. Так что... Растягнулся трошки. Да, так что можно рожать детей. Каждая женщина, покупая такой вот пакет по беременности, она планирует, или она там второй раз хотела бы стать мамой, она тоже, в принципе, может иметь такой пакет. Почему? Потому что оплата идет тоже форс-мажоров, это патологии, такие вот ситуации, когда идет потеря ребенка, да, кесарево сечение. То есть вот это все тоже оплачивается. И тоже вот при покупке, когда мы покупаем родовой пакет, который стоит энную сумму денег, и если даже вот произойдет какой-то форс-мажор, ты точно знаешь, что у тебя есть финансы для того, чтобы покрыть свои расходы и не остаться, например, там, ну, без какой-то финансовой поддержки. Поэтому вот эти две опции, они тоже важны. И я стараюсь, как женщина, вот глаза в глаза каждой девушке, женщине это объяснять. Я зрозуміла. Я зрозуміла. Так, тепер, якщо можна... Женщину хорошо понимаю. Так, поняла. І ще хочу запитати про ваших клієнтів. Взагалі, хто ці люди? Оці 2%, як ви говорили, середньостатистично. От як би ви описали свого клієнта? Мы гордимся нашими клиентами. Ну, во-первых, изначально наши клиенты – это те люди, которые близкие в нашем окружении. То есть мы не ходим, не пристаем к людям на улице, потому что это нет смысла. Все равно люди... Ну, вы трохи не сходите на тех людей, которые ходят и пристают на улице. Люди доверяют все равно ближнему окружению. Как бы это ни было, но есть статистика развития этого бизнеса, развития этого направления во всех странах, то есть европейских, там, цивилизованных, Швейцария, Канада, Америка, все. То есть развивался этот рынок не за... То есть люди не доверяют государству во многих странах, люди не доверяют компаниям, особенно новым, но люди доверяют ближнему окружению. Тем не менее, вопрос всего лишь 2%. Почему? Потому что это вопрос времени. Люди, когда люди начнут уже массово получать выплаты по 10-летним, ну, по 10-летним у нас уже 6-й год идут выплаты, по 20-летним, по 25-летним программам, то есть они будут и рекомендовать в своем окружении, что это работает. Я хочу, чтобы в моем окружении были такие же люди, такие же делали покупки, там, решали свои финансовые вопросы при помощи этого инструмента. Поэтому мы все ждем, что в любом случае, то есть каждый осознанный человек дойдет до этой информации, разберется и донесет точно так же в своем окружении. Вот. Наши клиенты – это те люди, которые осознанные, которые берут ответственность за себя и за свою жизнь, и за своих близких. Это потенциальные клиенты в ближайшее время. Все остальные придут попозже. Дуже чітко, конкретно так по-чоловічому розказав. Да. Ну, жіночу частину залишили, дайте перейшли до чоловічої. Люди, які нас слухали сьогодні, дуже багато дізналися цікавої інформації, зроблять певні висновки для себе. А зараз хочу трошечки звернутися до пані Алли Ігоря. Правильно, до... теж до спільного. Да, від чоловічого до спільного. До Нового року. Вже так. Наступає от на п'ятий новий 2020 рік. Чи готова ваша родина до зустрічі? Рік чого там? Щура? Щура, миші, пацюка, миші, гризуна, миші. Тут не принципово. Є новорічний вже цей запал, настрій, готові вже зустрічати? Ну, звісно, ми підготувались з красивим загаром. Я не могла це не оцінити, не побачити, не перевершено. Я хотів пожартувати, що, мабуть, придрімали під ялинкою. Знаєте, гірляндою так воно нагріло. Ну, я думаю, це було не так. Гірлянда так не працює. Так, от іменно, мабуть, готові, так? Конечно, готовы. Мы, ялинку поставили? Конечно, конечно. А як воно після сонечка, там де сонечко, море, там тепленько, повертатися сюди, де йде дощ, до і вже ось-ось наступає Новий рік, і можливо завтра будуть заморозки? Ми привезли сонце з собою. Сонце з собою. А, так сонце... це ви а, це ви винні, так? Так везіться знову туди, де були. Нехай вже сніг піде. Але, Ігор, дайте домовимось. Ми принесли то сонце, яке можна передати людям, щоб у них піднялось настроєння. Не внешнє, а іменно внутрішнє сонце. Викрутилися. Дайте наступного разу ви поїдете кудись там, я не знаю, в скандинавську країну, привезете нам трохи снігу. Можна так домовитися? Так, можна. Все. Наступного разу, як тільки но піде сніг, ми будемо вам дякувати. Отлічна ідея. Ми согласні. А тепер наостанок побажайте, будь ласка, щонебудь нашим чернігівцям і телеглядачам, які нас сьогодні дивляться із наступаючим 2020 роком. Хто буде першим? Ну, давайте я пожелаю. Можна прямо в камеру, так? Ну, чого хочеться пожелати? Головне, в Україні хочеться міра, любви в широкому розумінні цього слова, любити своїх ближніх, любити себе,
чтобы уметь отдавать, и любить людей в принципе. То есть, потому что без любви своего дела, любви к людям нет ничего, никаких достижений в жизни никого человека не будет. Вот. Поэтому желаю любви, здравия и осознанности. Самое главное — осознанности. Алло. Алло. Да. Я безумно люблю город Чернигов. Это мой родной город. Игорь, он с города Николаева. Когда я возвращаюсь в свой город с любого или путешествия, или с поездки, или с командировки, я всегда понимаю ценности, да, которые есть, которые здесь живут. Мне бы хотелось пожелать в новом 2020 году это все-таки понимать и видеть ценности. Ценности друг в друге, ценности в дне, ценности даже в такой вот сырой погоде, ценности в солнце, в снеге, ценности в своих, наверное, вот близких, дорогих людях, да, которые нас будут именно окружать в эту новогоднюю ночь. И, наверное, ценности мечтать и что-то делать для города и вообще для всеобщего какого-то дела, что-то лучше, 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 лучше каждый день. Вот просто хочу вам пожелать ценностей и, наверное, благодарение за прошедший год и благодарение за будущий год, чтобы все было оценено, чтобы вас оценили обязательно, да, то ли в семье похвалили, то ли, не знаю, сделали вам предложение в этом году, то ли у вас родился ребенок, то ли вам предложили очень крутую должность, или, возможно, поездку, или путешествие. И, ну, чтобы кардинально вот этой вот ценности, чтобы ценность была пропитана в 2020 году. Дуже вам дякую за такі приємні слова. І я думаю, що нашим чернігівцям і телеглядачам було приємно їх почути. Обов'язково... А нам було приємно за вами поспілкуватися. А ви приходите до нас. Здійсняться всі ці побажання і мрії, які сказала Алла. Дякуємо за те, що приєдналися і принесли цікаву інформацію і такий позитив. До зустрічі в 2020 році. До зустрічі.